Привет всем, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Сегодня мы с вами будем готовить воскресный обед. Я уже здесь приготовила, замариновала грудки куриные в лимонном соке, соль и перец. Просто обыкновенно. И сверху смазала майонезом. И сейчас мы ставим это в духовой шкаф. Мои, здесь я завела тесто на блинчики. Будем сегодня выпекать блинчики с разной начинкой. Вот, и просто блинчики. 2 яйца, молоко и мука, и больше ничего. Никакой соды я не кладу, потому что 2 яйца дают пышность. Вот. И сейчас мы с вами будем быстренько выпекать блинчики. Вот, друзья, наши блинчики готовим. Наливаем быстренько. Вот блинчик пошел. Один уже блинчик готов. Я пеку блинчики такие, знаете, не очень тонкие. Такие средние. И не тонкие, и не толстые. Они зато получаются очень-очень вкусными. Замечательными. Вот. Главное, огонь умеренный поставить. У меня чугунная сковородка. Она уже очень-очень хорошо накалилась. И теперь никаких проблем. Некоторые испытывают трудности, когда пекут блины, что они у них прилипают. Вы прокалите сначала свою сковородку, насыпьте немного соли и прокалите. Вот, видите, раз и готово. И тогда у вас прокалили сковородку с солью, потом соль убрали, протерли хорошо насухо, смазали смальцем, маслицем сливочным, и тогда у вас ничего прилипать не будет. Итак, мы продолжаем печь наши блинчики, пока все тесто не израсходуем. Вот наши блинчики готовы. Вот столько получилось. Не очень много, потому что нас немного человек. Вот. И теперь я вот здесь уже начинила блинчики с мясом. И сейчас вам покажу, как я это делаю. Вот такой фарш я с луком, пережаренный, со специями. Все очень вкусно сделала. И теперь вот так делаем. 2 ложечки выкладываю. Много не надо начинки. Вот. И вот так эти блинчики заворачиваю. Блинчики получаются очень вкусными, румяными. Ну вот еще вам покажу блинчик. Мой сынок очень любит такие блинчики. Так. Так. И вот так вот. Заворачиваем. А другие блинчики я сделаю с творожком и с изюмом. Все тоже очень вкусно. Так. Что-то творог такой, знаете, чтоб не растекался. Изюма очень много. Вот. Блинчики получились такие тоненькие, вкусные. Такие золотые, прямо красота. А вот здесь вот положим такие блинчики. Ну, еще вам покажу. Так. Дорогие друзья. Вот. Здесь побольше что-то я положила. Но это очень вкусно. Творожок. Сладенький. И большой блин получился. Ну и вот так вот, дорогие друзья. А другие блинчики можно просто вот так вот свернуть. Вот. Вот так вот. И положить. Эти блинчики сделаем с вареньем. Потом можно кушать. Очень вкусно.
Очень вкусно, дорогие друзья. Итак, все блинчики. Ну вот, дорогие друзья, накрутила я блинчиков. Вот такая красота получилась. Эти блинчики с мясом, а эти блинчики с творожком и с изюмом. Вот такая большая тарелка. Ну, нам этого хватит, нас немного народу. Нам этого достаточно на воскресный обед. Ну, далее продолжим. У нас еще курица стоит в духовке, грудки куриные. И будем варить картофельное пюре. Ну вот, дорогие друзья, вытащила я наши грудки из духовки. Ой, какие они зарумяненные получились. Аромат такой стоит замечательный. Ну, а теперь картошка пюре у нас варится, вернее, картошка варится, потом будем делать картофельное пюре. И наш воскресный обед будет готов. Картошечка сварилась, теперь мы делаем картофельное пюре. Скорее всего, это толчонка. Вот, вкусно, ароматно. И будем подавать все на стол. И, друзья, ну вот наш домашний воскресный обед готов. Все очень просто, по-домашнему и очень-очень вкусно. Блинчики фаршированные, запеченная грудка, картофельное пюре с грудкой, любимые огурчики, все по-простому. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большой привет! Это был воскресный обед со Светланой. Всем пока-пока!